сосуд зачем? Чтобы потом колу на него положить? Да. Песчаная подушка. Вентиляционный канал вот они. Угу. Сюда они воздух забирают, по нему будет. Пойти и падать. Сейчас у нас новые смеси, безусадочные оксид такой фирмы. То есть как бы их там порекомендовали. Ну, штукатурка шпатлевая 160 тонн. Это с Газпромом, это часто мы с ними. Вот, а так все. Все то же самое. Ну, кирпичи выпиливаем на заводе. Десятки тысяч. И кубов, много бетона. Все монолитное, все. Раньше из кирпича все строили, а сейчас он молитвы, все деньги. В основном здесь ответственность большая. Потому что люди приходят и праздники здесь проходят, и поднимаются наверх на колокола, звонари, бывают звонят. Праздники проходят. И плюс еще здесь делают пару. Мы снимаем цикл программ по святым местам. Это программы о значимых храмах и монастырях Волгоградской митрополии. То есть это храмы и монастыри, которые имеют длинную историю, свои святыни. Вот о них мы снимаем программы и о них будем рассказывать нашим телезрителям. Мы побывали в самом старом храме Волгограда, который посвящен Никите Исповеднику и который не был разрушен в годы Великой Отечественной войны, и в советские годы тоже этот храм выстоял. Очень красивая церковь. Также в Волгограде мы, конечно же, побывали на Мамаевом кургане, в храме всех святых. Это новый храм, но, тем не менее, у него уже есть очень своя интересная история и рядом родина-мать. Поэтому такие незабываемые впечатления увидеть город с высоты. Также мы побывали в монастырях. Это Дубовский монастырь женский, он недалеко от Волгограда, примерно 50 километров. Очень с любовью матушки там все сделали, очень красиво, так прям не хочется оттуда уезжать. Ну и потом поехали в дальние монастыри, уже других епархий, но все-таки это все еще Волгоградская митрополия. Мы были в Кременском монастыре, Каменнобродском, это такие мужские, суровые, аскетичные монастыри, они находятся в степях. Очень там просторы нас порадовали, и также мы были в Гусевском монастыре. Это небольшой такой уютный женский монастырь, его даже называют Малая Оптина, потому что он связан во многом с памятью Амвросия Оптинского. И вот сегодня мы приехали снимать Александро-Невский собор строящийся, и в связи с этим также часовню Урюпинской иконы Пресвятой Богородицы. Когда говоришь о паломничестве, наверное, Волгоград не сразу тебе приходит на ум. Наверное, сложно. Мы, может быть, больше связываем святые места с центром России, может быть, меньше с югом. Но здесь очень интересно. Здесь места, в которых был князь Александр Невский. И это малоизвестный факт, и тем интереснее узнавать от людей, что святыни, монастыри строились в тех краях, где проходил путь Александра Невского, где он молился, и где он договаривался с Ордой о том, чтобы наладить дипломатические отношения с Русью. То есть вот это очень интересно, и хочется это раскрыть, самому больше узнать, напитаться вот этим вот духом. Поэтому впечатление самое положительное, интерес большой к теме. На первый взгляд, наверное, не покажется такой уж очевидной. Но из истории мы знаем, что князь не раз ездил в Золотую Орду для налаживания